Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что Lexus Electrified Sport, духовный преемник электромобиля Alfa. Мы уже видели изображение концепта, но автопроизводитель предложил поближе познакомиться с фестивалем скорости в Гудвуде. Lexus представил свой концепт Electrified Sport на фестивале скорости в Гудвуде в Великобритании, который, по словам автопроизводителя, отражает дух легендарного Lexus Alfa. Это первое публичное появление концепта за пределами Японии после того, как мы впервые увидели его в декабре прошлого года в рамках виртуальной презентации 16 электрифицированных автомобилей Toyota и Lexus президентом Toyota Акио Тайдой. Если он действительно пойдет в производство, мы ожидаем, что он будет таким же редким, как Alfa. Только 500 экземпляров этого автомобиля с двигателем V10 были собраны вручную в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года, в том числе некоторые с заводской комплектацией, чтобы их владельцы могли участвовать в кольцевых гонках. Alfa продавался в розницу по цене примерно 375 000 долларов США. Lexus не обрисовал каких-либо конкретных планов запуска концептов производства, заявив лишь, что это видение компании будущего полностью электрического высокопроизводительного спортивного автомобиля и что с существенными смелыми пропорциями и низким дорожным просветом спортивного автомобиля он символизирует будущее бренда Lexus. Но Lexus снял шляпу, заявив, что концепт, как ожидается, будет разгоняться с 0 до 100 км в низком двухсекундном диапазоне и будет иметь запас хода более 692 км. Lexus также заявил, что для достижения высокой производительности серийная модель может использовать новую технологию твердотельных аккумуляторов. Эта концепция была частью более широкой демонстрации электромобилей Lexus, включая компактный внедорожник X300i, который уже продается в Европе, и его первый полностью электрический серийный автомобиль и RZ450i, который, как ожидается, поступит в продажу в Канаде в конце 2022 года. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.